Благодарим Тебя и славим, поклоняемся Тебе. Мы воздаем Тебе всю славу, всю хвалу и всю честь. Бог, Отец, Сын и Дух Святой. И весь народ Божий скажет Аминь! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Слава Иисусу Христу! Я рад приветствовать здесь каждого. Я глубоко уважаю ваш выбор. Вы молодцы. Сегодня вместо того, чтобы побежать домой, открыть холодильник после работы, начать есть, упасть на диван, классная канал СТБ или еще что-то, вы сегодня пришли на это место, чтобы вместе с нами сегодня разделить эту радость. Радость о том, что Христос, Он воскрес. Аминь. Знаете, Христос, Он воскресает не раз в год. Он воскресает один раз в твоей жизни и больше уже никогда не умирает. Аминь. Давайте Бога прославим. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Я рад приветствовать здесь, на этом месте, нашего долгожданного гостя, нашего брата, вместе с его помощником, брат архиепископ Украинской реформаторской православной церкви, брат Сергей Журавлев и его помощник Роман. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! И мы очень рады вас видеть, батюшка, очень рады вас видеть, владыка, здесь, на этом месте. Давайте еще поприветствуем наших гостей. И, пожалуйста, поделитесь с нами сегодня Словом Божьим. Слава Иисусу Христу! Слава нашему Господу Богу и Спасителю! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воскресшему Иисусу вся слава, аплодисменты наши! Аминь! Да, дорогие друзья, я рад всех вас приветствовать. Пожалуйста, присядьте, возлюбленные. Дорогие мои друзья, я поделюсь сегодня тем, что есть в моем сердце откровением из Слова Божьего, свидетельством. Может быть, отвечу на ваши вопросы. Я рад приветствовать всех вас. Рад благословлять соленое. Аминь. Интересное название у вас, очень сильно интересное. Соленое. Господь говорил, что мы должны иметь соль в себе. Веру Божью, святую веру. И осолять эту землю. Аминь. Слава Богу. И перед тем, как я буду говорить, я хотел бы пригласить как раз вот нашего батюшку из Харькова, отец Роман. Он сегодня здесь со мной, и очень хорошо, что он согласился поехать со мной сегодня, сюда приехать сюда, потому что в эти дни я был в Харькове, был на служениях в Харькове, в церквях, и, конечно же, проповедовал в нашей церкви в Харькове, Украинской реформаторской православной церкви. И священник Роман Дзюбенко, он настоятель у нас церкви там, в Харькове. Это новая церковь, она только началась. Это первые шаги этой церкви. И его супруга Вера, она диакониса церкви, помощница его и как жена, и как служитель церкви. И его мама, она тоже диакониса церкви, слава Богу. И Господь собирает сегодня очень хороший коллектив, очень хорошую группу верных людей, знаете ли, которые готовы трудиться для Господа. Харьков, конечно, огромный город, миллионы город, знаете ли, и я думаю, это только лишь начало, потому что наша церковь еще не имела в Харькове своей церкви, своего служения. Это самое начало, первые шаги, и мы в эти дни молились, чтобы в Харькове Господь поднял десятки, даже сотни служителей в Харьковской области и в самом городе Харькове. И прошу любить и жаловать, и также прошу молиться за Романа и также и за Харьков. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Аминь. Христос воскрес! Воистину Христос воскрес! Воистину Христос воскрес! Воистину слава нашему Богу, слава нашему Господу Иисусу Христу! Он
На самом деле Он воскрес. На самом деле своей смертью Он победил смерть, Он победил грех, Он победил дьявола. И всякий верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, имеет спасение. И слава Богу, знаете, спасение, оно только в Иисусе Христе. Аминь. Спасение – это не только вечная жизнь. Спасение – это исцеление. Спасение – это освобождение от проклятий. Спасение – это освобождение от зависимости. Спасение – это когда Бог соединяет, когда Бог... То, что дьявол разрушил, когда Бог это снова создает, снова созидает, это и есть спасение. Знаете, Бог созидает семьи, Бог восстанавливает семьи, Бог сегодня исцеляет, Бог сегодня открывает глаза слепым. Знаете, Бог, Он реальный, Он вчера и сегодня и вовеки тот же. Знаете, все меняется, люди меняются, но Бог никогда не меняется, Он неизменный. Для Него нет ничего невозможного. Знаете, дьявол, он пришел для того, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь, имели ее с избытком. Так, чтобы эта жизнь, она текла из нас, знаете, и чтобы те люди, которые окружают нас, они тоже приняли эту жизнь. И эта жизнь, она способна, знаете, оживить мертвое. Эта жизнь, она способна воскресить. Казалось бы, уже, когда человек разочаровался, находится в какой-то безнадежности, эта жизнь Божья, она способна творить чудеса. И Господь, Он и сегодня, как и 2000 лет назад, Он творит чудеса. Слава Иисусу Христу! Большой вам привет из города Харькова, из нашей Украинской Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Вот. И слава Богу, знаете, Бог, Он чудесный. Бог, Он любит удивлять. Бог, Он творит все новое. Слава Иисусу. И знаете, Бог, Он разных людей, разных национальностей, да? А Он соединяет. Он соединяет, знаете, слава Богу. И мы люди сами по себе, мы все разные, да. И в Иисусе Христе мы одна семья. Мы одна семья, независимо, к какой конфессии мы относимся, да. То ли православные, или католики, или протестанты. Мы, верующие в Иисуса Христа, мы являемся одной семьей. И у нас один Отец Небесный, да. Слава Иисусу. И... Меня попросили, да, вот сказать несколько слов о пожертвовании. Слава Богу, знаете, Бог, Он сам по своей природе, Господь, Он является даятелем, да? Бог Отец, Он отдал Сына Своего Единородного, жертву за грехи всего человечества, да? Он отдал самого Себя, Он расточил все, Он ничего не оставил себе. На кресте Он висел на кресте, да, и Он отдал все, что можно было отдать. Он отдал свою жизнь. Вот. И знаете, наша жизнь, жизнь верующих людей, это жизнь, которая принадлежит уже Иисусу Христу, да? Вот. И знаете, вопрос даяния, ну для меня вопрос даяния, это, ну как бы, сам по себе, он уже не является вопросом. Если моя жизнь, она принадлежит Иисусу, значит, все, что у меня есть, оно принадлежит Иисусу Христу, да? И как я еще могу отблагодарить Бога? Как я могу Его почтить? Финансы, знаете, финансы, это можно сравнить финансы с жизнью, да, потому что каждый из нас ходит на работу, каждый из нас тратит свою жизнь, тратит свое время для того, чтобы заработать деньги, да. И когда мы приносим свои деньги Богу, мы приносим Ему часть своей жизни, мы Его почитаем таким образом, да. И Писание говорит, что доброохотного, доброохотно дающего любит Господь. Любит, Господь любит, когда люди, они... с охотой, с желанием приносят Ему свои пожертвования, свои дары. Вот. Только такая жертва, она угодна Господу, да, братья и сестры, дорогие гости. И сейчас у нас будет сбор пожертвований. И знаете, Писание также говорит, кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. Каждый уделяй по расположению своего сердца, не с принуждением, не с огорчением, да, ибо доброохотно дающего любит Бог. Да благословит вас Господь в этом даянии, и да восполнит Господь нужды ваши по своему богатству в славе Христом Иисусом. Да благословит вас Господь, братья и сестры, сохранит вас. Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Аминь.
Слава Богу, друзья мои, и пусть Господь благословит и восполнит всякую нужду нашу, потому что, на самом деле, как было правильно сказано, мы уже не себе принадлежим, а Богу. И Господь, Он не только как бы наши нужды восполняет, Он благословляет наше служение, Он использует нас, простых людей. И, друзья, я рад тому, что Бог предоставил возможность мне быть сегодня, это честь, быть сегодня здесь с вами и делиться с вами тем откровением, что Бог дал. И я очень рад тому, что здесь люди молились и прославляли Бога, что мы вместе собрались, даже с разных церквей, и прославляли имя Господа Иисуса Христа. И мы пели, что один путь – Иисус Христос. И действительно, ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. Спустя 2000 летия по-прежнему эта истина верна. Это есть истина. По-прежнему и сейчас, в наши дни. И даже, как говорится, в наши дни, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной. И знаете ли, и на околоземной орбите где-то, и на Луне. Помните, как вот было воспоминание одного из тех астронавтов, что первым вступил на поверхность Луны. Землянин, да, вступивший на поверхность вот, Луны. Первое, что прозвучало на Луне, я Бога благодарю за это, были стихи из Библии. И слова благодарности и молитвы. Слава Богу, что тогда прозвучало и на Луне Слово Божье. И где бы мы ни были бы, где бы мы ни были, есть Господь для всех нас, любящий, чудесный Бог. Его хочу прославить, Его хочу сейчас почтить вместе с вами. Еще перед тем, как буду говорить, я хочу воскресшему Христу еще славу отдать. Есть одна песня православная, она поется в обычное время года, она поется в субботу вечером чаще всего. Но на Пасху, которая продолжается, она поется очень часто, эта песня. А сейчас Пасха продолжается по календарю православной церкви, потому что есть такая давняя традиция, уже и 1500-летие эта традиция, про Пасху вспоминать, отмечать, праздновать на протяжении 40 дней. Почему? Потому как в Деяниях апостолов написано, что Иисус, в Библии говорится, что Иисус Христос, Он на протяжении 40 дней, воскресший Иисус, являлся ученикам Своим, говоря им о Царстве Божьем. Воскресший Иисус приходил тогда к очень разным людям. И один на один с кем-то беседовал, с кем-то в группе говорил. Иногда являлся даже, как мы знаем, более чем 500 братьев одновременно. Там наверняка были и сестры. И дети наверняка были. То есть это тысячное собрание. То есть Иисус воскресший являлся очень разным людям на протяжении 40 дней. И в храмах поется по всей Руси матушке: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисущим во гробах жизнь даровав». Аминь. Аминь. Давайте встанем, друзья. Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу Единому, безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, и святое воскресение Твое прославляем, ибо Ты Бог наш. Кроме Тебя другого не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо пришла через крест радость всему миру, всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресении Его, распятие претерпев. Он смертью смерть победил.
воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, подарив нам жизнь вечную по великой своей милости. Христос воскрес! Воистину! Аплодисменты воскресшему Иисусу Христу! Спасибо Тебе, Господь, за все. Боже, благодарность Тебе и хвала. Господь, наш Учитель, Ты наш наставник. Ты сегодня среди нас. Я прошу Тебя, учи нас сегодня, наставляй нас. Потому что без Тебя мы ничего не сможем сделать, но с Тобою мы сможем сделать все. Бог Святой, благослови Соленое. Благослови, Господь, район. Благослови Днепропетровщину. Боже Всемогущий, обрати сегодня на нас свое лицо светлое. И благослови нас. Сегодня, Господь, Ты послал дождь этой земле. Боже, и послал этот дождь и на праведных, и на неправедных. И солнце Твое, оно сегодняшним вечером светит всем, и добрым, и злым в этом городе. И тем, кто знает Тебя, и тем, кто Тебя еще не знает. И тем, кто любит Тебя, и тем, кто пока ожесточил свое сердце. Боже Всемогущий, я прошу Тебя, и так же, как и дождем Ты, Господь, пролил благословение Своей этой земле сегодня. И как солнышку повелел светить, Господь, так и благодать Твоя, Боже, да и зальет на нашу землю. Боже, так и Бога познание да наполнит нашу землю, Господь. Жаждущие да будет напоены, Господь. Боже, будет согрето светом Твоим, Господь. Солнце правды, благословен Ты. Ты есть свет, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Иисус Христос, Тебе вся слава и хвала. Боже, и здесь, в Соленом, Господь, пусть Господь действительно верующий имеет соль в себе. Эту святую соль, Боже, веру святую в сердцах, веру христианскую, пусть имя Иисуса осоляет эту землю. Благослови нас, Господь, Царь наш, Бог наш, Боже, и эта соль, которая в нас, соль веры, она не даст этой земле загнить во имя Иисуса Христа. Бог Святой, Тебе слава и хвала. И мы жаждем, как соленые христиане, мы жаждем Тебя, Господь. Боже, благословен Ты, Царь наш. Аминь. 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 Пожалуйста, представьтесь, возлюбленные братья, сестры. Слава Иисусу Христу. Слава Господу Богу Всемогущему. Да, спасибо. Слава Богу, друзья. И очень интересное у вас название, соленое, да, на самом деле. Пусть соль веры будет в вас, друзья мои. И во мне, хочу, чтобы во мне была всегда соль этой веры святой. Слава Иисусу. И, дорогие друзья, я вас приветствую, еще раз говорю, от имени Господа, Бога нашего Иисуса Христа и также от нашей церкви, Украинской реформаторской православной церкви. Отец Роман передал привет с Харькова, я передам привет с Киева и с других мест, с других регионов Украины, потому как наша архиепископия Украинской реформаторской православной церкви сегодня распространяется в разных регионах Украины. И здесь, в Днепропетровщине, к сожалению, пока еще очень тоже мало наших служителей. В Пятихатском районе есть наш священник отец Борис, он давно уже трудится там, в селах трудится, слава Богу, но это пока только начало. Моя мечта, чтобы сотни и сотни священнослужителей здесь несли бы Слово Божье. Аминь. Разных деноминаций. Аминь. Мы благословляем и православных, и протестантов, разных верующих. Самое главное, у нас один враг, это дьявол. Да. И одна победа, и за ценой мы не постоим. Аминь, аминь. Слава Богу. И вот сегодняшний вечер, и завтрашний вечер, 7 и 8 мая, я хотел бы как раз говорить о Дне Победы нашего Господа. В эти дни вспоминают о победе над фашизмом, да? И из года в год мы видим фильмы всевозможные, хронику. И сегодня, допустим, ну и завтра, вот в эти дни, чествуют ветеранов, там где-то парады совершаются. Но, знаете ли, друзья мои, часто вспоминая о победе той, мы должны вспоминать о победе, на самом деле, самой величайшей победе, которая была
вообще в истории человечества. И не просто над фашизмом или коммунизмом или чем-то еще. Нет. Победа над грехом, победа над дьяволом. Аминь. Источником всякого зла. Вообще всего этого зла, что в этом мире существует. Есть свой источник. Мы знаем, что есть Бог на свете. Бог святой, который любит нас, который очень сильно возлюбил этот мир, который является отцом этому миру, который является создателем этому миру. Но есть дьявол, который есть враг. Враг Божий и враг человеческий, который пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус Христос пришел с великой миссией, величайшей миссией, разрушить дела дьявола. Он пришел, чтобы измученных отпустить на свободу. Аминь. Это истина, друзья мои, она вечно молодая истина. И, друзья мои, совершается великий исход. Вот в эти пасхальные дни вспоминаем мы о Пасхе. Пасха для нас это сам Христос, но еще вспоминаем мы о той первой Пасхе, откуда, собственно, и само название Пасха, да? О великом исходе из царства тьмы, из царства Египта, из царства греха. Бог вывел евреев и многих неевреев, которые, тех, кто уверовал в Бога Израилева, тех, кто поверил Моисею как пророку Божьему. Потому что мы знаем из Писания, что не только евреи поверили Моисею, уверовали в Бога Израилева, уверовали в Бога Авраама, Исаака, Якова, но и много неевреев, тех египтян, что увидели силу Божью и покаялись, обратились к Богу Живому, они тоже вышли из Египта. Слава Богу! Кстати, еврейское предание древнейшее говорит, что были и те евреи, которые не поверили Моисею. И так, даже после казни египетских, так они и остались в Египте и впоследствии были истреблены. Это предание было не так давно только лишь подтверждено археологией, потому что историки нашли именно подтверждение еврейскому присутствию и после Великого Исхода, и на самом деле это было правда. То есть Бог не просто вывел по крови евреев, но уверовавших вывел. Тех евреев и тех неевреев, что уверовали в Бога, тех, кто покаялся, тех, кто послушался Моисея как пророка. Моисей, он стал спасителем для своего поколения. Любой человек, любой еврей, и любой, потому что некоторые думают, люди у нас, что вышли только лишь евреи. Во-первых, не все евреи вышли, и во-вторых, вышли не только евреи. Поэтому Пасха, она даже изначально, даже та, как мы говорим еще, ветхозаветная, она для всех верующих. И даже ее кушали не только евреи, но и пришельцы, и те, которые присоединялись к обществу Господнему. Неважно, какой был ты национальности, какого цвета твоя кожа. Если ты уверовал в Бога Израилева, ты ел Пасху, как и все остальные евреи. И ты, даже как вот та Руф Моавитянка, да, она была из народа, находящегося под большим проклятием, но даже она смогла присоединиться к обществу Господнему. И наверняка она тоже ела Пасху, как и все остальные евреи и еврейки. И, друзья мои, но Моисей, он стал спасителем для своего поколения, для одного лишь поколения. Он не вечный, он ушел, его не стало. Но Иисус Христос в новозаветное время, он стал спасителем для всех поколений людей. Аминь. Моисей, он не был совершенным спасителем, а Иисус Христос является совершенным спасителем, спасая и сейчас людей от оков. Неважно, какой национальности на самом деле ты, неважно, какого народа племени, неважно, какого цвета твоя кожа, Бог смотрит на твое сердце, Бог смотрит на то, что какой ты внутри. Если ты говоришь Богу «да», если ты говоришь «да», Иисус Христос, я верю, ты умер лично за меня, лично за мои грехи. Да, ты умер за всех, но ты, я это понимаю, ты умер лично за меня, за мои грехи. И ты воскрес для моего оправдания. Открывается Царство Божье. Аминь. Друзья, никто другой, кроме Христа, не может дать спасение. Ни его мама, Мария, Богородица, ни другие апостолы, допустим, да, его мученики, преподобные. Сотни и сотни имен сегодня можно назвать. Но никто из них не сможет дать людям спасение. Знаете, на праздник Покрова, однажды мне такие стихи, вот, ну я верю, Бог дал, потому что я сам не стихотворец, но вот как бы так вот, они родились прямо вот спонтанно, как вот молитва и обращение. Ну, по разным покрова, а он в традиционной православной церкви, он как покрова Божьей Матери. Но у меня понимание родилось тогда, как раз в 96-м году, что
покров-то Божий над нами, живущий под кровом Всевышнего, под тенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое, защита моя. Вот это все меня очень сильно взволновало. И сам Давид говорит, ты покров мой. И вот такие стихи родились. Праздник Божьего покрова станем братья отмечать. Покровителя иного, кроме Бога, не сыскать. Он один ведь лишь нас знает, как ложимся и встаем. Своим духом утешает, когда вдруг мы устаем. Всемогущ наш Бог небесный, Он из праха создал нас. Любящий Отец чудесный, благодатью нас спас. Никакой святой на свете нас от смерти не спасет. Обратитесь, Божьи дети, к пастырю, что всех пасет. Матерь Господа Иисуса не защитница тебе. Нет на свете слаще вкуса, чем спасение в Господе. Бог покров свой простирает лишь на тех, кто в мире свят. Отступников карает, грешникам готов уж ад. Обратись, душа родная, в дом Отца скорее вернись. Бог готов грехи прощая отворить дорогу ввысь. Праздник Божьего покрова станем брать отмечать. Покровителя иного, кроме Бога, лучше Бога не сыскать. Аминь. Слава Иисусу. И в моем христианстве, допустим, в моей христианской жизни, вот до 96-го года была некая неразбериха, будем так говорить. Я молился очень многим святым, молился Богородице, другим умершим святым и ангелам. Но в 96-м году, читая Божье Слово, Библию, меня осенило следующее, что ведь ни в ком ином нет спасения. И сегодня я, знаете что, говорю, что реформация, в принципе, она проста. Идея очень простая, не новая, это древняя идея, вечная идея, взирать на Иисуса Христа, аминь, взирать на Господа. Аминь. И на самом деле ни в ком ином нет спасения. Это не только тогда, при первых апостолах, не только в те далекие времена, но и сегодня, и сейчас это истина та же самая. Удивительно. Сегодня большинство здесь присутствующих, я думаю, испытали уже силу Божью в своей жизни. Большинство присутствующих, я так понимаю, уже призвали имя Господа Иисуса Христа в свое сердце, в свою жизнь, в свою судьбу. Но если кто-то из присутствующих еще не призвал имя Господа Иисуса, у вас есть уникальная возможность призвать имя Христа, уверовать в Него всем своим сердцем, что Он умер лично за вас и воскрес для вашего оправдания. Это спасает, это действительно спасает, уникально. Иисус живой. И, друзья мои, конечно, Иисус сегодня, он как говорил, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди. Мы собираемся во имя Христа, во имя Иисуса, собираемся вместе и вместе молимся, прославляем Его. Мы это делаем и один на один с Богом, но собираясь вместе, мы знаем, что Иисус особым образом приходит в собрание христиан. Неважно, в каком мы храме собираемся, сегодня у нас храм такой, знаете ли, вот, под небом открытым. У нас куполом является самый огромный купол. Я даже не знаю, любой храм, просто-напросто это как ничто, потому что этот купол самый великий, сам Бог создал нам. Аминь. Сегодня. И дай Бог, чтобы и здесь, в Соленом, в других городах, селах, по всей Украине, по всей Руси, по большому счету, чтобы множество душ собиралось, знаете ли, прославляя Бога. Потому что, когда люди будут собираться, ни один храм, ни один молитвенный дом, ни один костел не сможет вместить множество народа. Да. В том же самом Харькове, смотрите, да, если миллионы душ, вот где они могут прийти вместе прославить Бога? Нет таких, даже стадион, то, что к Евро-12 сделали, он не вместит даже там, ну, маленькую часть от жителей города Харькова. Слава Богу. И, друзья мои, это очень важно. И я сам с России родом, и Украина моя вторая родина уже, духовная родина, где я как служитель состоялся. И я помню, такой стресс пережил, интересно, когда в Украину первый раз приехал. Я приехал во Львов и был там 2 недели в гостях. И по первости я очень сильно удивлялся. Представьте, на улицу выхожу утром, и люди здороваются. Они говорят, слава Иисусу Христу. Я так, здрасте. Здрасте. Они, слава Иисусу Христу, я, здрасте. Вот, и одна бабушка меня пожалела, говорит, батюшка, можно вас? Я вижу, вы не местные. Я говорю, ну, в общем-то, да. Вы, говорит, не говорите здрасте. Говорите, мы говорим, слава навеки Богу Святому, там, слава навеки. Но только не здрасте, говорит.
А я говорю, а что, и в советское время тоже у вас вот такая традиция сохранялась? Она говорит, да. Я удивлялся, я думал, знаете ли, первый вот день я думал, как, я на небесах или я еще на земле вообще? Ущипните меня, как бы, не может быть, чтобы люди вот, знаете, за просто так вот, выходя на улицу, говорили «Слава Иисусу Христу». Думаю, не может быть вообще. Неужели такое бывает вообще в жизни? Да. И, ну, потом я, конечно, увидел, понял, что не для всех именно «Слава Иисусу Христу», именно «Слава Иисусу Христу». Многие это говорят просто в силу традиции, но очень красивая традиция, слушайте. Здорово, хорошая традиция такая, очень святая традиция. А я бабушку потом спросил тут, как же вот в советское время было? Она говорила, что ее какой-то там знакомый или родственник был тогда в обкоме партии Львова. Ну, один из там каких-то секретарей там. И представьте себе, 80-е годы было, приходя на рабочее место, говорил «Слава Иисусу Христу!». И там все там секретари другие, там кто там был, сотрудники обкома говорили «Слава навеки Богу Святому!». Думаю, да, ну такой народ непобедимый. Если славит Иисуса Христа, такой просто народ непобедим тогда, на самом деле. Вот, это святая традиция. Но хочется, чтобы это не просто было традицией, возрожденной традицией, допустим, да, а чтобы это было действительно славой Иисусу Христу. Чтобы было действительно слава. А кто может прославить Бога? Написано, что нисходящие в могилу не могут прославить Его. То есть это о чем говорит? Что человек, который сам находится еще в смерти духовной, он еще не возрожден, он не может прославить по-настоящему Бога. Нет, конечно, может, конечно, сказать слава Богу. Все, вон там, допустим, ну, как бы и животные, здесь вот где, вон там по забору черная кошка ходит, допустим. Вот. Все, к примеру, птицы, допустим, да, они тоже по-своему славят Бога. Написано в Библии «птенцы ворона», взывающих к нему, да? Мы можем пройти, допустим, мимо и думать, о чем они каркают, эти птенцы. Думают, вот раскаркались. А мы не знаем, они, кажется, поют Богу. Тоже по-своему там, ну, как бы, кушать хотим там. Вот, лев, написано, ходит, и он рыкает, да, и Бог отвечает ему. Оказывается, он рыкает, может быть, он Господь, ну, доколе же, дай мне что-нибудь такого, не вегетарианского. Вот, и Господь там говорит, ну ладно, вон там антилопа, она одна там отбилась от собрания своего, оставила собрание свое. Вот как бы, вот это тебе сегодня, значит, осмотри ее. Вот как бы, и знаете, что интересно, вот, то есть Бог отвечает всем, конечно же, да. И, значит, безусловно, когда там кит проглотил, значит, это рыба Иону, я думаю, он не очень важно себя чувствовал, знаете ли. Вот, значит, не только Иона, но, я думаю, и животным этому тоже, это рыбе тоже было не по себе. Знаете ли, каково там иметь человека, который там день-два не переваривается, а только вопит, значит, там, и как бы... Вот, наверняка рыба тоже замолилась. Об этом Библия не говорит, значит, но как бы, я подозреваю, что тоже она молилась. Господь, помоги как-нибудь. Или туда, ну, чтобы это вышло из меня, как бы. Это проблема. Ну, Бог сказал, плыви он к берегу, не просто в океане изблю это все, а вот плыви к берегу, и там это все... Как бы освободись, как бы сама. Вот, и пророк оказался на нужном месте, как бы в нужное время. Знаете, вот Бог все слышит, но по-настоящему прославить Бога могут лишь те, кто сами воскресли. Живые. Живые. Знаете, у нас на Пасху, ну, каждый последний пьяница вспоминает, что Христос воскрес, конечно. Да, значит, об этом помнят, и как вот в старом анекдоте, кто помнит, когда там Брежнев идет по Кремлю, навстречу Косыгин, и говорит, Леонид Ильич, Христос воскрес. Он говорит, уже доложили. Ну да, кому-то доложили, значит, что Христос воскрес. Но важно не просто это знать, как бы, от ума, а пережить это в своей жизни. Воскресший Христос. Как мы в Москве там проповедовали, значит, возле спорткомплекса одного, и там было служение прямо на улице. И там церковь была, пастор был Дзюба Александр, там, пасторствовал там. И я участвовал в этом служении. И мы там проповедовали потом мужчинам, женщинам в этом, как бы, ну, как парк, не парк, ну, возле этого спорткомплекса. И вы знаете, одна москвичка, женщина так средних лет, она говорит, ну и воскрес Христос, ну и что мне с того, дай Бог ему здоровье, да при чем здесь я, говорит вообще. Вот, как бы, но на самом-то деле человек, который, он знает, что Христос воскрес, это одно. Но пережить это в своей жизни, это другое совершенно. Пережить в своей судьбе. И еще скажу, что Иисус Христос, Он есть воскресение и жизнь. Он воскресение и жизнь. Он воскрешает все, к чему прикасается.
как, знаете, в сказках, там добрые волшебники прикасаются и все оживает. Вот Иисус Христос, Он прикасается и оживает все, как уже было сказано, да? И многие, сейчас убежден 100%, подними сейчас большинство из вас, и у каждого есть что-то рассказать, что Бог сделал в жизни вашей, как Бог воскресил вас, что Он сделал в вашей судьбе. Вот я тоже Богу очень благодарю, что Он сделал в моей судьбе, допустим. И однажды, я хочу это тоже рассказать, было такое происшествие, очень интересное. В 2003 году я, значит, попал в аварию, я был за рулем автомобиля. И так получилось, что, значит, я сбил подростка, мальчика. Вот, может, кто-то из вас слышал уже это свидетельство, значит, там на записях, но, вы знаете, хотя время прошло уже достаточно много уже, это было в 2003 году, сейчас уже 2019 год, уже 9 лет прошло, уже больше чуть, но, знаете, почему хочу об этом рассказать вам сейчас? Потому что вот тогда в моей жизни было, это не просто было чудом, а это было, как бы, скажу, переживанием воскресения. Я не знаю, кто молился или не молился в своей жизни когда-нибудь за воскрешение умершего, я не знаю, но вот я до того не молился ни разу. И я слышал, что где-то там Бог воскрешает, где-то там в Африке, там Рейнхард Бонке, там кто-то еще, допустим, они молятся там, и покойники восстают из мертвых. Думаю, ну, как бы, слава Богу. Но я не думал никогда, что сам когда-то соприкоснусь с этим всем, тоже в своей судьбе. Но у меня это было экспромтом. Вот именно потому, что на дороге вот лежал этот мальчик, кровь, мотоцикл не под, вот, валялся, не подлежавший восстановлению. Знаете ли, я молился за мальчика, не за упокой молился, знаете, души его. Я уже, кстати, с 96-го года я не молюсь за упокой именно души, я молюсь за живых людей. Я могу даже подробно потом объяснить, почему я это делаю, потому что по идейным соображениям это делаю, потому что в Писании везде говорится о молитве за живых людей, не за умерших людей, а за живых людей, а за умерших лишь есть одна молитва за воскрешение недавно умершего человека. И я молился за этого мальчика, хотя он был без признаков жизни, и это, может быть, глупо выглядело, конечно, но я молился, вопил к Богу о его жизни. И Бог был милостив к этому мальчику тогда, и вот и ко мне тоже был милостив. И мальчик поднялся, признаки жизни были, и он стал подниматься. Но у него еще была голова разбита сзади, и кости разошлись, и там в этой дырке мякоть там клокотала. Вот такая была вот история. И я думаю, какой-никакой, но живой, по крайней мере. Пусть даже поломанный, но живой. И скорая помощь, когда приехала, мальчика забрали. Увезли его в Кролевец, вот в этот ближайший райцентр, рядом с которым все это произошло. Сумская область это. И вот что произошло, я, значит, остался на месте происшествия и ждал милицию. Когда приедет милиция, значит, ГАИ, значит, их долго очень ждал я. И вот, да, со мной была моя жена и наших пятеро тогда детей. У нас сейчас шестеро детей. Слава да, Богу. Слава Богу, тогда было пятеро тогда. Слава Богу. И вам того же. Неверующие, когда слышат пятеро или шестеро, тем более сейчас уже детей, они говорят, о, мои соболезнования. Вот, а верующие говорят, слава Богу. Вот, и, ну так вот, что произошло, я пока гаишников ждал, я, значит, мысль такая была, а может это мне показалось, может он не мертвый был, а просто как бы обморок глубокий такой, хотя по долгу своей службы, как бы как священник, я много имел дело с телами, я понимаю, что тело без духа мертво, и как бы обморочного от, ну, как бы неживого, как бы, думаю, отличить смогу. Но все-таки мысль закралась такая, может это все-таки показалось, может это все-таки был глубочайший какой-то обморок, может быть, допустим, такой. И он выглядел как труп, к примеру. Но когда приехали гаишники, они осмотрели место происшествия, и вот как бы они нежданно мне подтвердили, что это был все-таки летальный исход. Потому что по всем приметам гаишным, вот место происшествия говорило им, что это летальный исход был. И Сергей Шкур, это тогда капитан милиции, он сейчас уже в том же Крыльце живет, он как бы уволился. Он сейчас уже, ну, на пенсии уже, будем так говорить. И вот, и он сказал мне, что да, по всем параметрам это летальный исход. Но, говорит, батюшка, не вы первый, не вы последний. Я был в черном таком подряснике в тот день. И что было дальше? Мы поехали в Кролевец, в райцентр в этот, и был я в кабинете у следователя, и с моих слов там было записано все, как произошло.
Потом я остался на месте, я был в стрессе, знаешь, я в стрессе таком еще, потому что попасть в такую аварию, я сокол за рулем никогда не попадал в передряги такие подобные, даже близко. А как выяснилось, у следователя этот мальчик, школьник, на мотоцикле, почему он попал, был на дороге. Эти ребята, они со школы сбегали с уроков в тот день, в пятницу это. И они на мотоциклах, на мопедах, кто на чем мог, с разных сел съезжались в одно село. И вот он со своего села через трассу переезжал, ехал в другое село, где они собирались, чтобы гонять на мотоциклах потом. День этот и вечер, и даже ночь. И вот и получилось, что вот он не доехал. Так вот, что еще было? Когда уже был там в кабинете, зашел врач скорой помощи, который с места забирал происшествие этого мальчика. И он начал говорить с того, что это необъяснимо, это чертовщина какая-то вообще, стал говорить. И потом еще что он сказал, что это не может быть вообще такого. Одним словом, мальчик был исцелен. Вот пока его везли с места происшествия до Королевца, там минут 10-15, допустим, я думаю, они ехали, это скорая помощь. Так вот, за это время он был полностью исцелен. Кости срослись, кожа срослась, как будто не ломалось ничего. Когда ему кровь смыли здесь, ни ссадинки, ни царапинки, ничегошеньки, все было цело. Слава Иисусу воскресшему. И, конечно, врач скорой помощи, он говорил, это чертовщина, потому что он не верил в Бога, но все-таки во что-то верил, И это было сверхъестественно, конечно, да. И я верующий, но не настолько, чтобы видеть так покойников поднимающимися, и вот так быстро исцеляющимися. То есть это не было там по моей вере, это просто Бог сделал по благодати своей. Аминь. Я сам был, честно говоря, не то что неверующим, но сомневающимся, потому что как вот тот еврей, который говорил Иисусу, помните, в Евангелии написано: «Верю, Господи, помоги моему неверию». Да. Мне было даже сложно. И потом врач скорой помощи рассказал такую историю интересную. Оказывается, этого мальчика его раздели догола, хирург пришел и осмотрел его. Кстати, хирург недавно ушел в вечность. Я просто почему знаю уже последствия этой истории, я не так давно был там. В начале года я был в Королевце, проводил семинар, был в Сумской области, служил там. И вот так познакомился с разными интересными людьми. И с некоторыми, кто об этой истории знает. И вот получилось так, что хирург, он был атеистом вообще. Хотя на его глазах было чудо, но он отказывался в упор это чудо видеть, констатировать это чудо. Кровь, когда смыли с мальчика, что не нашли ничего, никакого следа. Кровь была мальчика, его была кровь, не чья-то кровь, его лично кровь была. То есть как могла голова открыться, кровь вылиться и закрыться снова, и бесследно. Но почему хирург, он был заинтригован? Потому что одежда мальчика, куртка, показывала, что он с ДТП привезен, на самом деле с аварии. Но когда, может другой микрофон какой-то, да? Или ничего? Да, хорошо слышно, да? А то я переживаю, просто мне, может, не так слышно хорошо. Хорошо, да? Слава Богу, так что, может, еще слышат нас еще те, кто не пришли в собрание, за собранием. Понятно, хорошо, слава Богу. Так вот, и это свидетельство очень интересно на самом деле. Мне оно самого очень сильно коснулось тогда. Так вот, когда раздели мальчика догола и хирург осмотрел мальчика, то не нашли никаких признаков вообще, ДТП. То есть ни синяков. Представьте, куртка показывала одежду, что он по нему были удары, а под одеждой цело все. Вот это было для хирурга, было первый осмотр, внешний осмотр, был впечатление произвел большое. А дальше больше. Его всего, делали снимки. Проверяли его внутри. И оказалось, его кости все целые. Слава Богу. Кости все целые, органы все целые, ни гематом, ни кровоизлияние, то есть все целое внутри. Первую партию снимков этих хирург даже забраковал. Почему? Потому что по ходу всего этого хирург узнал этого мальчика. Мальчик ответил, что да, это он самый. То есть они узнали друг друга, получается. И этот мальчик, он лежал в хирургии уже, у них с переломом когда-то.
Но врач объяснил скорой помощи следователю, что как хорошо не зажило бы там тогда у него значит, перелом, на снимке обязательно след от старого перелома должен присутствовать. Но на снимке не было следа от старого перелома. Не только новые исчезли, но след от старого перелома исчез. Делали повторно, все снимки сделали повторно. Повторные снимки показали потом то же самое. Это уже было уже поздно уже. Вечером уже запозднились все там. Ну, врачи, я не знаю, покаялся ли хирург перед смертью, я не знаю, он не так давно ушел в вечность, уже говорил, но он оставался атеистом, как бы, оставался, ну, как бы, неверующий. Хотя видел явно чудо. Но вот младший медперсонал, вот медсестры, санитарки, они очень активны были, очень так, знаете, эмоциональные. И, ну и, конечно, вот сам этот врач скорой помощи, он был очень, как бы так, ну, пораженным просто, удивленным. И нашли еще врачи одно. Мальчик все время твердил, я, говорит, умираю, я есть хочу. Я умираю, есть хочу. И его таки накормили, привели его в столовую больничную. А там это было в пятницу под праздники как раз, под вербное воскресенье, будем говорить. И поэтому многие больные были, они фактически были дома уже. Хотя, ну, как бы, юридически были в больнице. И на столах оставались эти порции накрытые, которых не тронул никто. И вот мальчик этот съел много взрослых порций. Пока эти медсестры, санитарки как бы спохватились и сказали, что нельзя тебе много есть, остановили его, пообещали потом накормить. Так интересно было. Они мне все это рассказывали, что вот это невероятно. Откуда такой аппетит у него вообще? Вот, и дальше, ну что еще... Мальчик был живой, целый, невредимый, лишь под ягодицей нашли, при внешнем осмотре нашли шлепок. Не синяк, а шлепок именно даже. Вот. И все. Больше ничего, все целое. Его оставили в больнице на ночь, меня отпустили, следователь мне отдал документы. Такой страх на них напал, божий, хороший, на милиционеров там и на этого следователя. И они, конечно, были тоже в шоке, и... Но я поехал обратно, мы вернулись домой в Киев тогда, повернули машину, я повернул машину, поехал обратно в Киев. Мы ехали вообще-то в Россию, через Сумскую область. И когда ехал обратно, то, знаете ли, было еще одно происшествие. Я слышал голос. Я нормальный человек, я не слышу голосов. Знаете ли, я не сумасшедший. Хотя... Я понимаю, что Бог говорит, да, значит, и Он в моей жизни что-то говорил, на самом деле, было такое, но это не было, как вот брат сказал, в уши, да, вот именно громкое. А в этот раз это было именно громко, как будто бы в машине резко врубили, так включили громкую музыку. Голос говорил одно и то же три раза, это был вопрос, он говорил, ты это видел, только громко. Я не мог ничего говорить ему в ответ, я только говорил «Да, Господи», и все, больше ничего. Я был 100% убежден, что жена слышит все это, что я слышал. Она ничего не слышала, оказывается, вообще. Но она кое-что видела, того, чего я не видел. Она видела ангела, хотите верьте, хотите нет. Перед машиной, когда ехали обратно, она сказала мне, что видела ангела. То есть, ну, я говорю, а как, я ж ни разу в жизни не видел. Я говорю, а как он выглядел? Она говорит, я думал, это человек, но это был не человек. Ну, представьте, я ехал, значит, ну, на машине, да, он перед нами не спеша шел, легкой походкой. Как можно не спеша идти перед автомобилем в движении, да? Значит, и он был во всем светленьком, и когда я стал присматриваться к нему, он стал исчезать. И вот одни ноги остались, и потом одно только пятно там на асфальте, там вот как бы перед нами шло, и потом он, и оно исчезло. А я слышал голос, вот три раза говорил мне одно и то же, спрашивал меня, ты это видел? И я не мог ничего ответить, мне бы кто самому ответил на то, что я видел вообще. И вот, когда три раза голос этот прозвучал, после этого тот же самый голос так же громко сказал следующее, вот так будет и с церковью. И все, и больше я ничего не слышал. И знаете, когда этот голос мне это сказал, громко так вот, что вот так же будет и с церковью, вот так будет и с церковью, то я просто увидел следующее, как бы, ну я вспомнил, как бы, вот все, что было в этом дне, произошло, как я сбил мальчика, как он, мальчик поднялся, как он был быстро исцелен, я понял кое-что, что это все имеет прямое отношение к церкви. То есть я как бы на моих глазах воскресла церковь, получается, и она быстро исцелилась. И я знаю, что у Бога есть сила исцеления. Аминь. И Бог есть, Он воскреситель есть в церкви.
И знаете, еще что скажу, еще не все. Голоса уже не было, и с того времени, и ни до того, ни после того я ничего такого в жизни не переживал, даже близко. Значит, и именно что касается вот, вот так вот услышать громким голосом. И, но когда ехал дальше, само собой, назойливо так вот, знаете, вот, но очень приятно было, вспоминалось одно и то же из Писания, один текст из Писания. Многие из вас этот текст знают прекрасно, это 11 глава Иоанна, 25 стих. Вот хочу как раз вот его процитировать. Это не было голосом, это были мои мысли, но этот текст, он вспоминался десятки раз, одно и то же на память приходило. Не, я не специально думал об этом, это само собой вспоминалось. Я есть им воскресение. Десятки раз, одно и то же. Я есть им воскресение. А потом еду дальше, и мысль продолжается. Это я есть им воскресение и жизнь. Я есть им воскресение и жизнь. И много раз, тоже десятки раз одно и то же. И потом, там такой поворот есть, Кипти, кто знает Черниговскую трассу, выезд. И я это, и эти Кипти запомнил на всю жизнь. Потому что когда вот поворачивал уже на Черниговскую трассу, то, представляете, мысль продолжалась. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Аминь. Вот не совсем как бы по синодальному переводу, но вот именно вот так вот вспоминалось. И верующий в меня, даже если умрет, оживет. Я никогда до того не думал вот об этом месте Писания вот в таком разрезе. Но, друзья мои, представляете, у Бога есть сила воскресения. У Бога есть сила жизни. Во многих церквях протестантских сегодня мы слышим, я слышу это очень часто, о пробуждении, молитва о пробуждении. Но есть еще сила воскресения. Сила удивительная. Я думаю, что сегодня вот, реформаторское движение православное, это тоже есть сила воскресения церкви. Когда мертвые оживают, когда Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Слава Богу. И я молюсь об этом, чтобы сила воскресения пришла в церковь. Чтобы сила пробуждения, сила жизни. Слава Богу. И Он есть воскресение и жизнь. Потому что Он хочет, чтобы все люди спаслись, это как бы воскресение. Аминь. И чтобы люди познали истину, достигли познания истины, это жизнь. То есть Он есть воскресение, поднимает из мертвых нас, и потом мы, воскреснув, им живем, Богом живем. Жизнь. Удивительно. И есть разные, скажу, чудеса у Бога. Но еще в Ветхом Завете... Вспоминаю такое видение, это откровение пророка, когда, думаю, многие из вас от этого тоже приходили в восторг определенный, когда Бог показал пророку поле мертвых костей, сухих костей. И оказывается, в глазах Бога его народ, Израиль, напоминал Богу мертвые кости, сухие кости, весьма сухие, разбросанные по поверхности поля. Представьте, люди ходили на работу, люди выходили замуж, женились, да, рожали детей, люди чем-то занимались, они были живыми, они ходили в синагоги, они ходили в храм, на праздник приходили, жертвы приносили. И внешне вроде бы хорошо, но одно дело по-человечески смотреть, другое дело божественным взглядом. И вот глазами Бога народ его, оказывается, был мертвым, и давно уже мертвым, оказывается, и весьма сухим. И даже Бог сказал, спросил пророка, посмотревшего на все это, а живут ли кости сии? Господь, ты знаешь, только лишь ты знаешь. И знаете ли, Господь воскресил Израиля. И Он воскресит сегодня Церковь Святую. Аминь. Какая бы ни была проблема в церкви, знаете ли, у Бога есть сила воскресения. Хотя по-человечески порой очень трудно представить, как это может быть вообще-то. Но у Бога есть сила воскресения. Воскресение Иисуса Христа. И у меня мечта есть. Знаете, как вот был такой великий американский реформатор, баптистский проповедник Мартин Лютер Кинг, чернокожий баптистский пастор, который загорелся идеей, которую многие христиане имели в своем сердце и до того, именно побороть вот эти расовые предрассудки в обществе, которые царили. Что неважно ведь, какого цвета твоя кожа, черный ты или белый, многие говорили ему, о чем ты говоришь, ты чернокожий, там, черномазый. А он говорил,
Хорошо, у меня черная кожа, но у меня белое сердце. Но я знаю многих белых людей, у которых черные сердца, говорит. Вот, подчеркиваю, что Бог смотрит на сердце человеческое, а не на фасад, не на лицо. И знаете ли, и у него откровение было принести в общество вот эту свободу, реформацию. Много было сочувствующих, но в принципе христиане молчали, бездействовали. А беззаконники торжествовали. А праведники молчали. И вот Мартин Лютер Кинг, он решился чтобы на самом деле об этом заявить, вопрос поставить ребром в обществе. И слава Богу, что это произошло. И когда ему было очень тяжело, бывало так, что его забрасывали там, приходили, забрасывали там его помидорами, да чем-то еще там, значит, вот, летели в него. Мы знаем, что однажды его жизнь оборвалась, именно, значит, его убили, как проповедника. Но скажу, что дело Божье нельзя остановить. Для Слова Божьего нет уз. Ничто не остановит дело Господа Иисуса Христа. И однажды, когда Мартин Лютер Кингу было очень тяжело, и друзья даже говорили, близкие ему, что оставь это, видимо, не время сейчас. Вот пройдет там, может быть, 2-3 поколения, люди созреют. Это еще рано, то, о чем ты говоришь сейчас. Знаете ли, у него родилась песня. Одна из таких вот, эта песня, ее назвали даже как бы один из гимнов реформации, пробуждения тогда в Америке. И по-русски звучит она, эта песня, так, один из переводов. Силою от Бога, си верою от Бога, мы преодолеем все в сердце твоем. Вера сильна, с ним преодолеем все. Иисус Господь наш, Иисус Господь наш, с ним преодолеем все в сердце моем. Вера сильна, с ним преодолеем все. Аминь. Слава Иисусу. И однажды, когда пошли маршем они на город Вашингтон, люди присоединялись с разных церквей, люди пели гимны, люди пели песни, прославляли Бога. Знаменитая вот эта песня, тогда была из Gospel, была очень популярна. О, happy day, о, счастливый день, о, прекрасный день, когда Господь омыл все мои грехи. О, happy day. Oh, happy day, when Jesus washed my sins away. Господь омывает грехи, и Он просветляет нас на самом деле. И знаете ли, и там, в Вашингтоне, на огромном таком собрании, вот так же, как и мы сейчас, у нас скромное собрание сейчас здесь, но они были тоже под небом открытым, потому что ни один храм не мог вместить всех пришедших туда на эту молитву, на это собрание большое, грандиознейшее собрание, историческое. Считается, что до того не было такого большого собрания никогда в Америке. Кстати, в этом году намереваются христиане собрать еще большее собрание. В июле месяце будет большое служение, и если кто интересовался или поинтересуется, пастор Джон Хейги, он бросил клич сегодня, пробуждение. Это пастор из Техаса, баптистский пастор, очень горячий, верующий, слава Богу. И они тоже будут молиться, предполагают 1 000 000 верующих собрать, христиан разных конфессий, деноминаций вместе на эту грандиознейшую молитву. И вот там Мартин Лютер Кинг, он сказал свою проповедь, в которой есть слова такие. Эти слова стали как бы названием этой проповеди. «У меня есть мечта» называется. Эту проповедь так и назвали потом. «У меня есть мечта». И знаете, удивительно, он говорил, что у него есть мечта. И он говорил об этом часто. Но интересно, он не был таким, знаете ли, религиозным Маниловым, который вот мечтал, допустим, но ничего не делал, палец о палец не ударил, чтобы мечта эта осуществилась. Он был христианином, который осуществлял ожидаемое, был уверен в невидимом.
И действительно, друзья мои, воскресение Христа – это не мечта. Это не просто мы можем мечтать о том, что вот будет когда-то это чудо. А это есть повод к молитвам, к трудам. Это стимул к новым победам, потому что мы должны достигать вот этого, а осуществлять ожидаемое. И, друзья мои, каждый покаявшийся грешник, каждый исцеленный больной, каждый освобожденный от бесов человек, и это еще одна пять земли, отвоеванную царство тьмы, в царство света. Сражение идет не шуточное, слава Богу. Сражение идет очень великое, грандиозное сражение. И в этом сражении, по милости Божьей, Бог дал нам возможность быть участниками. На передовую, добро пожаловать. Слава Иисусу Христу. И сила воскресения Христа, она в нас, верующих. И как она проявляется? Самое грандиозное, что, в чем можем проявить ее, говоря людям о Христе. Благовествуя, потому что Дух Святой дан верующим, чтобы быть свидетелями Его. Чтобы быть Его, на самом деле, не ложными, а истинными Его свидетелями. Слава Иисусу. И я хочу помолиться за вас, дорогие друзья, и благословить, и помолиться еще за тех, кто, может быть, в собрание это пришел сейчас на это служение, и еще не покаялся, вы хотели бы сегодня покаяться, отдать свою жизнь Иисусу, примириться с Богом. Я хочу помолиться за вас. Давайте встанем, возлюбленные, сейчас. И если вы хотите покаяться, примириться с Иисусом Христом, я с удовольствием помолюсь сейчас за вас и вместе с вами молитвы покаяния и за вас помолюсь. Вы можете прямо сейчас выйти вперед на эту молитву, и мы помолимся вместе с вами. Я помолюсь за вас молитвы покаяния вместе с вами. Молитва примирения с Богом. Это очень святая, важная молитва. Молитва всех молитв. И почему важно выйти вперед? Слава Богу, не постесняться. Почему это важно сделать, друзья? Да, спасибо, что вышли. Еще кто? Почему? Потому что сам Иисус Христос говорил так, что кто пред людьми меня исповедует, того и я исповедую пред Отцом и пред ангелами. И сегодня, выходя вперед сюда, пред Богом Святым, да, это одно, но пред всеми этими свидетелями, перед всеми людьми и пред всеми ангелами, которые здесь сейчас присутствуют, мы скажем, что Иисус Христос наш Господь. Вы хотите тоже помолиться, да? Выходите, пожалуйста, не стесняйтесь тоже. Выходите вперед тоже, да, пожалуйста. Слава Богу. Слава Богу. Да, вот сюда встаньте, пожалуйста. Да. Слава Богу. И давайте мы сейчас, вышедшие вперед, давайте мы сейчас помолимся, обратимся к Богу. И пусть Господь Он благословит нас сейчас в этой молитве. И также за наших зрителей помолимся, потому что это все пишется на видео. И сегодняшний вечер, и завтрашний вечер тоже будем писать на видео. И будем выставлять в сетях, потому что многие люди спрашивали тоже, хотели бы принимать участие в разных служениях, но не могут, допустим, физически там приехать, где-то побывать. Но с помощью вот этих записей люди смогут также поучаствовать с нами в служении. И они смогут помолиться молитвой покаяния также. Слава Богу. Молодец, что вышел. Слава Иисусу Христу. Давайте помолимся, обратимся к Богу сейчас. Вышедший вперед и все присутствующие, давайте скажем сейчас такие слова. Все, кто сейчас меня слышит, давайте скажем такие слова. Бог Святой. Бог Святой. Отец Небесный. Отец Небесный. Я прихожу к Тебе. Я прихожу к Тебе. С верой. С верой. Надеждой и любовью. Благодарю Тебя за любовь Твою. Ты отдал Сына Своего, Иисуса Христа, на распятие за мои грехи. Ты умер за меня, Иисус Христос. Ты пролил Свою кровь за всех нас, но лично за меня. Я верю в это, Иисус Христос. И Ты воскрес из мертвых, по-настоящему победив смерть и ад, победив дьявола. Иисус Христос, Ты мой Господь, Ты мой Царь, Ты мой Спаситель. Иисус Христос, войди в мое сердце, в мою судьбу,
Живи во мне, Господь! Благодарю Тебя, мой Бог! Ты слышишь меня и отвечаешь на молитву мою, Господь! Иисус Христос, ни в ком ином нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым мы могли бы спастись. Только Ты, Иисус Христос, Царь мой, Владыка мой, спасибо Тебе. Я отрекаюсь от дьявола во имя Иисуса. Я отрекаюсь от греха, от болезни во имя Иисуса. Иисус Царь. И прошу Тебя, мой Бог, мой Спаситель Иисус, очисти меня, обнови меня прямо сейчас. Аминь. Боже, спасибо. Спасибо, спасибо, Господь. Спасибо за тех, кто вышел, кто не постеснялся Твоего имени Святого и провозгласил Тебя своим Господом, Богом, Спасителем. Боже всемогущий, благослови, Господь, брата, сестер Божие. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, пусть в их судьбах исполнится Твоя святая воля. Господь, возложи свои руки, Господь. Боже, пастор возлагает свои руки на них сейчас, Господь. Но, Боже, пусть Твоя рука будет ними, Господь, сейчас. Мы благословляем их, аминь. Мы благословляем их, Господь, во имя Иисуса Христа. Господь, крепко держи их в своих объятиях, любви, Господь. Боже, пусть каждый из них дойдет до конца, Господь, до Царства Твоего, Боже, совершит свое спасение в этой жизни земной. Боже, благослови нас, Господь. Сила воскресения Твоего, Боже, да действует, Господь, в них и во всех нас, верующих. Во имя Иисуса Христа, Царь наш, Бог наш, Владыка наш, Господь. Аминь. Аминь. Я благословляю вас, дорогие друзья, стихами благословения из Библии, благословения Божьего. Пою на вас сейчас это благословение. Завтра у нас будет продолжение служения. Приглашайте ваших друзей. Я думаю, завтрашнее служение должно быть больше и количественно. И мы ждем, что Бог еще больше и больше придет на нашу землю. И сюда в собрание еще больше и больше, могущественнее придет. И я хочу благословить вас и благословить Соленое, благословить этот город именем Господним сейчас. Стихами благословения из Библии, из 4 книги Моисеева, из чисел, из 6 главы. Эти стихи благословения сам Бог дал однажды, чтобы Аарон и его сыновья благословляли сынов Израиля. И я пою это благословение на вас, дорогие друзья. Я пою это благословение на еврейском языке, на том, на котором как раз они были и даны, и написаны были, записаны. И пою на русском языке. Пусть эти благословения, они придут в ваши судьбы. И почему еще на еврейском языке люблю это петь благословение? Некоторые слова этого благословения имеют до 70 значений на современном русском языке. Представьте себе, сколько хочет Бог много дать нам этого благословения вообще. И пусть оно придет в судьбы ваши, в судьбу каждого верующего. И пусть в этом городе, в Соленом, будут благословены сейчас все верующие, независимо от того, какой они конфессии. Пусть все боящиеся Бога и любящие Господа Иисуса Христа будут благословены в этом святом благословении. Еврехеха Адонай ве ишмереха Яхер Адонай панав элейха вихунеха Иса Адонай Панав Элейха Веяселеха Шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь
лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешаем Иешуа Гамашиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа, Мессии, Господа нашего Бога. Благословен ты, Царь Вселенной. Боже, прошу тебя, благослови нас сейчас, распусти с миром, пусть твой шалом, твой мир будет в каждом сердце. Благослови, Господь, сегодня соленое, благослови сегодня в этом городе всех любящих тебя и тебя боящихся, а тем, кто еще тебя не знает, Боже, окажи милость в эти дни. Пусть день победы будет, Господь, в их судьбах. День победы воскресшего Господа Иисуса Христа. День победы Спасителя Бога нашего. Призывай кровь святую, Агнца Божьего. Во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.